Привет, друзья! Сегодня мы будем делать реакцию на песню, которая поедет на Евровидение 2021 от Украины, да, от группы Гоа, песня «Шум». Ну что ж, погнали слушать. Я ее еще не слушал. А в нашего шума зеленая шуба, девки гуляли, шуба. Народный стиль, смешанный с точно что-то обкурился. Походу он просто смотришь на этих и что смешно. Походу под маску что-то сунул. Нравится задний фон песни. Я забыл какой-то, какой это инструмент. Мне он очень нравится, как он звучит. Ну вот этот мужик или девушка просто четкая. Просто танцует четко, мне нравится. Ну что это за танцы? Вот так надо. Смотрите. Ну что-то лепится. Где это снято было? Случайно не гора поверла. Просто так похоже. Напишите в коментах. Что они делают? Не, это девушка. По центру это девушка. Тянула она, конечно. Но я же говорил, он что-то курнул, и это ему привиделось. Она. Все. Ну, что сказать. Вот честно, я где-то 10 секунд этой песни слышал. Но всю песню не слушал. Мне очень круто, просто очень крутая песня. Мне очень она понравилась. Ну, я думаю, надеюсь, что на Евровидении она победит. Просто песня
совмещенный стиль народный и со стилем современным. И это очень круто, просто мне нравится. Так самые танцы, они соединены. Ну что сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем до встречи. Пока!